Так, и последний урок по быстрому тайпу. Делаем обводки. Значит, тут у нас оригинал. Значит, здесь у нас был черный текст плюс тоненькая беленькая обводочка. Вот здесь, как мы видим, то, что здесь все-таки белая обводочка. Как мы сделаем обводку? Значит, выбираем наш слой, нужный нам. Кликаем на него мышкой два раза. Два раза кликаем, вот. И тут у нас есть куча-куча стилей. Значит, в новом фотошопе мы можем сделать, в новом фотошопе, допустим, это самая версия 2018 года, вот здесь у меня. Здесь мы можем сделать обводку, выполнить обводку. Если у вас, допустим, нужно будет много обводочек делать, то можно сделать сюда плюсик, еще обводочку, плюсик, третья обводочка, еще плюсик, четвертая обводочка. Но, как я уже говорила в каком-то предыдущем видео, то что если вдруг этот ваш файлик откроет кто-то на старом фотошопе, на старой версии фотошопа, где не поддерживаются множественные обводки, то все эти обводки дополнительные у вас просто сотрутся. Поэтому прежде чем пихать этот самый кучу таких обводок, спросите у участников команды, кто также будет работать с этой мангой, какая версия фотошопа у него, поддерживает ли его версия множественные обводочки. Вот, чтобы вас все-таки... А то, как получается, что вы сделаете кучу обводок, а потом в результате будет всего видна всего лишь одна первая обводочка, остальные по нулям. Так вот, значит, делаем обводочки. Значит, сделать, выполнить обводку. Нам нужна обычная белая обводочка. Во-первых, делаем размерчик. У нас 1 пиксель, 2 пикселя. Где у нас просмотр? Что-то совсем не видать просмотр. А, дело в том, что тут обводочка поставлена внутри. Нам нужна обводка, конечно, снаружи. Кликаем снаружи обводочка. Делаем размер, опять-таки, если чем толще, тем меньше, понятно, что тут у нас получается. Делаем размер, скажем, 2 пикселя. Далее нам нужен цвет беленький. Здесь берем этот самый цвет беленький. Если вы здесь не можете попасть в уголочек, то пишем 6 букв F. Это у нас хексовый формат цветов, и там 6 букв F – это белый цвет. Что тут еще? Непрозрачность. Непрозрачность нам не нужна, но в принципе и все. Обводочка первая готова. Кликаем ОК. Смотрим, нормально ли у нас получилось. Нормально, в принципе. Если кажется, что слишком толстая, просто-напросто вместо 2 пикселей можно будет вернуть, можно сделать поменьше на 1 пиксель. Но мне кажется, 1 пиксель как-то слишком тоненько получается. К сожалению, сделать 1,5 пикселей, не получается, да, потому что, не знаю почему. Очень, кстати, это самое, мне кажется, странно, почему тут нельзя сделать половинку пикселя. Хотя это же Photoshop, это же не Illustrator, поэтому тут в Photoshop, как вы сделать половинку пикселя? В Photoshop половинку пикселя поставить нельзя. Ладно, поехали, значит, с этим звуком. С первым звуком разобрались, поехали со вторым звуком. У нас в оригинале было белые буквы плюс черная толстая обводка. Вот, нас сюда включаем. Выделяем, значит, наш текст, ставим его беленьким цветом вот сюда. Окей, кликаем сюда и ставим нам снова обводку. Нужно выполнить. Да что такое там? Жужжит-то все. Хорошо. Обводку ставим. Нам теперь нужна обводка не беленькая, а черненькая. Окей. И она нужна нам потолще. Раз, два. Где-то вот такого размера нам нужна обводочка. Кликаем окей. И в принципе все. Если вам вдруг нужна будет вторая обводка, и вы знаете при этом, что вот эти обводки у вас не годятся, да, допустим, у вас есть кто-то из команды, кого не поддерживается дополнительные обводки, то можно сделать еще обводку при помощи внешнего свечения. Об этом тоже поговорю в каком-нибудь другом уроке. Об этом пока не хочу сейчас говорить. В принципе, и все. Удачи и до новых встреч!